Доброго времени суток. Приветствую зрителей моего канала и тех, кто еще не подписался. Особенно приветствую. Вы с этим не затягиваете. Скоро у меня будет много интересного. Так сказать, в качестве затравочки. Снимаю очередной сюжет. Вот, и он будет у меня про мое новое приобретение. Оно у меня прям ключевое, можно сказать. Это вот такая вот бочка. Она не простая, она почти волшебная. Смотрите, какая она классная. Вот как она делает. Раз. Одной рукой все делаю. Два. Вот такая бочка. И эта бочка пищевая. В ней находилось масло рапсовое. Видите, там прокладка у нее силиконовая. То есть все достаточно герметично. Она немножко такая, не очень, да, прокладка эта. Какая-то она высоковатая. Точнее сказать, она слишком большая. Ну да ладно, мы ее заменим потом. Просто силиконом там пролью, вот, чтобы у меня все легко разбиралось. А может быть, я ее просто приклею, эту прокладку, на силикон, чтобы было экономичнее. Вот, все делаю одной рукой. И вот такой здесь удобный рычажок. Сейчас я его застегну. Снег набился, наверное, не застегну. Ну да ладно. В общем, смысл какой? Сделаю я из этой бочки миксер. Каким образом? И для чего? Здесь просверлю отверстие, да, вставлю ось. И буду эту бочку наполнять субстратом, то есть соломой. Сразу высчитаю, какие пропорции нужны с водой. Вот. Буду добавлять минералку, ну то есть различные смеси делать. Очень будет удобно. А по нестерильной технологии я смогу очень много сделать субстрата. То есть я здесь все замешаю. У меня уже влажность будет какая нужна. И скорее всего, вернее, как один из вариантов, я вот этот субстрат буду просто перекладывать в те баки, которые у меня сейчас есть. Я их отмою. Вот. Кротом их, как говорится, прожарю, щелочью по полной программе. И буду в них потом складывать. Сутки у меня, грубо говоря, так оно постоит. А потом я буду инокулировать уже этот субстрат мицелием. Вот. Другой вариант применения, опять же, для изготовления мицелия. Так как я делаю на субстрате, мне вот оно будет самое то. То есть я делаю и сразу в пакеты, и сразу в тот бак, который у меня для стерилизации. И сразу буду получать огромное количество мицелия. Буквально за цикл можно будет на полную посадку сделать. Я так думаю. Где-то, наверное, сутки я там буду все это дело при температуре 70 градусов держать. Вот. И тогда все у меня будет здорово и весело. Так же, как этому злобному псу, который ест людей. Вроде маленький, а такой злой, как собака. Такие вот, в общем, пироги. Скоро, значит, я все сделаю и вам все покажу. Собака. Ну скажи, гав. Это собака. Собака людей ест, а меня вот не ест, потому что я инопланетянин. Да. Все правильно. Да? И ты инопланетянин. Молодец. Все, всем пока. Удачи.